Всем привет, привет, мои дорогие! С вами Конова Аня, проект Faberlic Online, и это очередная коробка моих пустышек за май. Посмотрите, сколько много, поэтому видео, скорее всего, будет длинным. Ну, кому интересны подобного рода видео, скажите мне, пожалуйста, снимать мне их или нет, потому что пустых баночек у нас в доме всегда бывает огромное количество, как вы поняли, и хочется ли вам смотреть все вот эти вот пустые баночки? Это вопрос сейчас к вам, мои дорогие зрители. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Ну и что, давайте с вами начнем. Так, значит, первое, что у нас закончилось, я уже тут немножко наставила, да, это гель очищающий для туалета. Нормальный, хороший гель, слегка он такой, знаете, такой вот светленький, жидковатенький, да, вот как вы видите. Хорошо очищает, пользуюсь им уже несколько лет. Артикул 112-92, никаких нареканий нет, 500 мл, нормально расходуется, следит за туалетом, удаляет всю грязь, удаляет все неприятные ароматы и так далее. То есть очень удобен в применении. Дальше нежный аромат лимона у него идет, но химозность все равно чуть-чуть чувствуется. Так, ультракондиционер для белья с аромакапсулами. Один из моих любимых ароматов. Это аромат свежего такого бриза, легкого, приятного. Очень свежее белье с него. Вот, иногда хочется и такое что-нибудь. 500 мл, артикул 112-65. Нормальный, хороший кондиционер. Прям со всеми плюсами и так далее. Вся косметика для дома, вся до единого, идет биоразлагаемая, экологически чистая, не наносит вреда окружающей среде. Поэтому как бы я на этом не буду в дальнейшем заострять. Да? То есть, смотрите, вот есть все значки. Вот такой вот значок, да, что это растительное сырье, безопасно для человека, поэтому как бы вот и биоразлагаемый тут есть значок, да, то есть так просто значки не цепляются. Далее, значит, это офигенный, суперский, концентрированный жидкий стиральный порошок с артикулом 11-222, 500 мл. Он действительно восстанавливает белизну, свежесть, способствует выведению пятен, легко растворяется, не оставляет разводов. Прям все, что есть. И вот тут вот все, что написано, он все выполняет, он замечательный, сильно крутые там застарелые там пятна. Это, конечно же, и у нас есть пятновыводитель специальный для этого, да, поэтому он как бы хорошо выполняет все свои функции. Обалденный порошок. Раньше так на него внимания не обращала, но сейчас все чаще и чаще я его заказываю. Далее идет так, вот еще один порошочек. Это стиральный. Он уже идет как бы... Это если жидкий, то это крупинками, да. Аромат «Морозный день» тоже такой приятный, классный ароматик. Вот, если честно, мне без разницы вообще, какой порошок заказывать, потому что я пользуюсь ультракондиционером. Но этот, конечно, тоже ароматик приятный. Так, артикул 115-36, он идет с защитой от машинки, тоже очень хорошо стирает. Заказываю такой порошок, ну, на протяжении уже многих лет, лет 5 точно, да. Я еще не была зарегистрирована в Faberlic, когда начала его заказывать. То есть очень-очень давно. Далее, салфеточки закончились. Хорошие салфетки, классные салфетки, 15 штук, 0% спирта, с ароматом, с легким таким свежим приятным ароматом морским. Идут больше даже, наверное, нежный, чем морской, нежный бриз какой-то. Артикул 22-98. Они и очищают, и тонизируют, и дарят ощущение свежести, комфорта и так далее. Да? То есть обычные салфеточки классные, беленькие, да, простые. Далее шампунь и гель для душа 2 в одном. Муж им пользуется только как гелем для душа. Он ему нравится. Артикул 81-37. Он густенький, хорошо пенится, долгоиграющий, надолго хватает. Вот, поэтому он закончился. Ну, ему еще папа помог. Тут у нас свекор со свекровью жили перед поездкой в Кызыл. Поэтому 2 дня. Поэтому тут и папа, и муж. В общем, все помогли. Далее. Вербена. Очищающий тоник для всех типов кожи. Против 7 возрастных изменений. Линейка идет 30+. Артикул 0801, 150 мл. Очень хороший тоник, но мне не нравится его вот аромат вот этого вот красного винограда. Сам по себе тоник очень достойный. Поэтому, когда я его дорасходую, так как я заказала по распродаже много штучек, как только у меня закончится, я, скорее всего, перейду на тоник Renovage. Поэтому вот так вот вам прогнозирую. Но это чисто из-за запаха, да, чисто из-за аромата его. Далее закончился такой вот отбеливатель кислородный, да, то есть вместе с порошочком его можно насыпать в машинку и или использовать как
дополнительное средство или как отдельное средство, да, с ним можно и кипятить и все такое прочее. Он не портит ткань, он эффективен при температуре 60 градусов по Цельсию, не содержит хлора, фосфатов. Тут идут и меры предосторожности, и все как бы написано. Я вам крупно фокусирую, кому хочется, поставьте на паузу, почитайте. Вот. Он защищает вещи от преждевременного старения, появления желтого от серого оттенка и так далее. Тоже вот его выпустили уже, наверное, больше года назад. И я вот прям довольно им пользуюсь. Артикул 110.49. Вот тут идет способы применения различные. Да, это и выведение пятен, это и замачивание с ним можно. И использовать с универсальным стиральным порошком его можно. Да, то есть с фосфатным порошком, понятно, он не подойдет. Вся косметика у нас безфосфатная, и понятно, что фосфаты, порошок будет с фосфатами бороться вместо того, чтобы стирать. Поэтому, конечно, если вы пользуетесь нашим порошком, то и можете пользоваться нашим пятновыводителем. Вот. Также можно использовать и с другими моющими средствами, но там уже нужно и дозу увеличить, и так далее, и так далее. Вот. И также есть выведение въевшихся пятен, посеревших вещей. Ну, в общем, такой классный отбеливатель. Мне понравился. Так, что у меня тут сверху лежит? О, это моя любовь с недавнего времени. Это новинка, как вы знаете, нейтрализатор запахов, который устраняет напрочь все причины стойких и резких неприятных запахов. Просто обалденный. Создает такую нейтральную атмосферу, увлажняет, убивает наповал. Все. Ну, что он убивает? Давайте подумаем. Там курево, кошачий лоток, чеснок. В общем, все. Понимаете? Вообще все. Артикул 112.82. Его очень часто у меня берут для бабушек стареньких, для деток, которые там писают в кроватку, не дай бог, там, да, на куда-то попало, чтобы убить вот этот аромат. То есть, им можно и обрабатывать воздух по квартире, да, или им можно обрабатывать поверхности. То есть без разницы, за запахом он борется везде. Далее, концентрированное универсальное средство для мытья полов и стен. Я им пользуюсь только для того, чтобы добавлять ведро, дабы мыть полы. Эффективно моет различные виды полов, стены, предметы интерьера, мебели, изделия из пластика, керамики, дерева, не требует смывания. Иногда, конечно, у меня дома очень много сувениров, мы просто вот в тазике разводим сувенирчики, там ополаскиваем, моем. Он не требует смывания, что очень здорово. Я из этого его и заказываю специально для мытья полов, потому что у нас есть девочка, которая любит на полу покататься, поиграть, что-то поскладывать, да, вот эти же лего и все такое прочее. Поэтому с артикулом 112.17 средства у нас в доме есть всегда. Оно идет концентрированно, хорошо пенится, у него нежный, легкий, приятный, такой еле-еле уловимый сладковатый аромат. Так, дальше с вами поехали. Маска для активного питания волос у меня закончилась. Тоже нравится. Я заказываю, как вы знаете, различные масочки. Эта масочка очень даже достойно работает на моей голове. Она и ухаживает, и питает по всей длине, наполняет силой, ослепительным блеском. Ну вот с блеском немножко поспорю. Конечно, так круто не блестит, как обещают. Прям ослепительный блеск. Артикул 83.63. Но у меня сильно пережжённые обесцвеченные волосы. Вот скажу вам честно, что, может быть, из этого блеск у меня недостаточно классный. Может быть, на натуральных волосах, которые не крашеные, не поврежденные, смотрелось бы лучше. А тут он, наверное, больше пытается восстановить, но так как я их все жгу и жгу, то... Ну, в общем, вы поняли. Да, то есть он защищает от вредного воздействия высоких температур при укладке, облегчает расчесывание без эффекта утяжеления. Да, все, вот отличная такая маска, питательная, хорошая масочка. Приятный аромат, у него идет такой темно-красный цвет. Очень такая ягодный, скорее всего, даже такими как ягодками, как будто немножко пахнет. Ну, вот ежевика, там смородина, вот такая смесь, как будто ягод каких-то. Вот мне так показалось. Далее красилась уже два раза. Получается, первый раз красилась, второй раз тонировалась. Где-то еще
У меня есть одна коробочка. То есть я прям две капсулы могу добавить в одну краску. Вот, по-моему, я израсходовала две таких и по одной вот такой. Нравятся данные капсулки. Вот эту, мне кажется, я больше не буду заказывать, потому что я обесвечиваюсь. Зачем мне этот ампульный концентрат? Не знаю, может быть, просто на пробу тыкнула заказать. Это, скорее всего, для мамы будет лучше. Она красится в темный цвет. Может быть, маме я и буду такое заказывать, но уже точно не себе. Вот, значит, посмотрите аннотацию. Это мгновенный результат, пролонгированное действие и накопление эффекта. Активный состав с высокой концентрацией питательных веществ ухаживает за окрашенными и блондированными волосами. А, так он мне подходит. Вот смотрите, как полезно читать аннотацию. Продлевает яркость цвета, делает их мягкими и сияющими. Дальше тут идет в составе смесь растительных экстрактов и масел с выраженными смягчающим действием, которые решают проблемы сухой, зудящей кожи, предупреждают аллергические реакции и так далее. Масло ши создает защитную оболочку вокруг волоса, обеспечивает прядям шелковистость и природный блеск. Также идет в составе органовое масло, это очень полезная штука, оказывает регенерирующее воздействие, интенсивно питает волосы, укрепляет их структуру. Значит, их можно использовать в двух случаях, все капсулы, не только эти, как для самостоятельного средства для ухода, как и добавлять содержимое ампулы в вашу краску. Тут идет такая вот маленькая ампулка, стеклянная, ее отламываете, выливаете в краску, все это перемешиваете и потом красите голову. То есть все они работают одинаково. Вот, только они идут с разными действиями. Да? Далее, Brilliant Age, она делает волосики более пластичными, питает их. Это идет противостояние времени, то есть она именно восстанавливает плотность волос. Ну, знаете, когда мы волосы с вами красим, чешуйки-то, они же раскрываются у волос, да, чтобы принять цвет. И вот вместе с краской и проникает вот эта вот ампулка, вот эта вот капсула, да, то есть тут уже идет масло семян малины, Е, С и Ф, то есть, ну, различные витаминки. И так, артикул, так, минутку. Артикул идет 83-42 у возрастных волос, 83-41 для окрашенных и блондированных волос и 83-44 для идеальной гладкости волос, да, то есть они различные, вот эти ампулы, да, тут уже есть абиссинская горчица, зародыши пшеницы и так далее, да, то есть вот все линейка эксперта, она в компании Faberlic по уходу за лицом, волосами и так далее, она очень такая широкая, обширная линеечка. Так, далее, так, а это я просто коробочку положила, начала пользоваться малофтилином нашим, это у меня выпила мамуля, потому что она тут много дней жила, пока у нас делали ремонт, а мы с Викой занимались на дельфинотерапии в Джугбе. Значит, это бальзам легкость дыхания. Тут в составе идет солодка, чабрец, алтея, хиноцея, малиновый сок, 180 мл, артикул 153,91, можно давать детям после 5. В составе идет сахар, поэтому будьте осторожны. Значит, тут идет убойная доза аскорбиновой кислоты и, в принципе, все от кашля. Можно просто так пить для профилактики, можно пить, когда вы уже заболели, по одной чайной ложечке 3 раза в день. Так, закончилось у меня мыло для кухни, устраняющее запах с ароматом земляники, артикул 112,13, отличное мыло, устраняет аромат, земляничка не химозная, 300 мл, пенится, густое, долгоиграющее, с запахами борется, оно у нас стоит только на кухне, в ванной мы редко им пользуемся. Закончился офигенный ролик, гель для очищения кожи пор. Он очень классный, он хорошо чистит. Попробуйте, вам понравится. 75 мл идет. Артикул 1081. Способ применения, как вы видите, у него очень даже легкий. Мы наносим такой добрый слой на кожу, ждем 2-3 минуты, на глаза ни в коем случае не наносим, затем кончиками пальцев, массирующими движениями начинаем растирать кожу лица до появления катышков. Массируем около 5 минут и использовать нужно 1-2 раза в неделю и потом смывать прохладной или теплой водой, то есть не горячей. Артикул 1081. Отличное средство, сейчас я попробую вам его продемонстрировать, да, то есть, ну, он, ну, вот он такой и есть, да, как вы видите, густенький, его нужно нанести потолще, да, 3 минуты подождать и потом скатывать, и он действительно
отлично чистит поры. Он мне очень нравится. Ну и вообще все, что идет от эксперта, я почему-то очень люблю. Далее, вот еще такой один бальзамчик. Острота зрения. Это дочка у меня этим бальзамчиком балуется. Да, тут идет в составе яблочный сок, черноплодные рябины, черника, эхинацея, чабрец. 180 миллилитров. Тоже очень хорошо пьется. Тоже убойная доза аскорбиновой кислоты. Ну, бальзам в чай добавлять. Понятно, что они все идут безалкогольные. Артикул 153,90. Вкусненькие, хорошенькие бальзамчики. Далее под руку мне попался ультракондиционер для белья. Тоже один из моих любимых. Весьма достойный. Аромат орхидеи. Очень приятный, цветочный. Артикул 112,34. Так, закончились. Это у нас лежат в прихожей влажные салфетки для кожаных изделий. Ими можно чистить все. Мебель, сумку, обувь, да, то есть абсолютно все. Я иногда даже порой выхожу из дома, протираю сумочку, да, вот особенно вот где ремешок идет, да, вот застежка, да, на молнии, там постоянно что-то скапливается, откуда и берется, даже не знаю. Очень достойные салфеточки, артикул 111,32, подходит абсолютно для любых кожаных изделий. Вот, смотрите дальше, не подходит для использования в качестве изделия личной гигиены, могут причинить вред при проглатывании, но это все понятно. Вот, то есть они идут только для кожи. Они не оставляют разводов, ворсинки, жирного налета, не оставляют никакой липкости, цвет вещей остается насыщенным, а компоненты возвращают первозданный блеск вашим любимым вещам. Достойная вещь, лежит у нас почему-то вот место, мы ей выделили в прихожей, не знаю почему. Наверное, потому что там удобнее всего обувь протирать. Далее, ополаскиватель для полости рта, содержит экстракты трав, растительные аминокислоты, это Эксперт Фарма. Идет линейка Космецевтика, значит, комплексное очищение зубов и десен, профилактика воспаления полости рта, длительная свежесть дыхания. Он для меня слишком ядреный, им пользуюсь абсолютно не я, вся моя семья, кроме меня. Артикул 250 миллилитров, артикул 1637. Когда он заканчивается, люди, да, бастуют в моей квартире и просят заказать еще. Вот, активно им пользуются. Он очень долгоиграющий, в пустых баночках он у меня бывает очень редко. Так, далее два пятновыводителя кислородных. Ну, понятно, мы вместе с ними стираем на постоянной основе. То есть мы кладем в машину ложку пятновыводителя и ложку порошка. Это уже у нас как бы такая вот традиция. Пятновыводитель очень хороший, классный. Он идет 500 грамм, артикул 110,50. Да, то есть выводит абсолютно все. Вот можете даже поставить на паузу, почитать аннотацию. Специально вам увеличиваю все очень-очень. Хорошее средство, без хлора, без фосфатов. Способов применения у него огромное количество. Им даже чистят серебро, ковры, пятна, кухонные поверхности, ложки, кружки, поварешки, миски. В общем, им чистят вообще абсолютно все. И все им оттирается, отмывается. С ним можно и кипятить, и не кипятить, и просто в машине стирать, и отдельно замачивать. В общем, все, что вы хотите, прям вот постирайте, прям поставьте на паузу, почитайте. Спектр применения очень большой, и он действительно хорошо работает. Далее, жидкий концентрированный стиральный порошок для цветных тканей, тоже 0+, как и вот этот вот беленький, да. Детки любят цветную одежду носить, классные платьишки, да и мы тоже с вами, поэтому он и отстирывает хорошо, и легко растворяется, и не оставляет разводов, и сохраняет цвета. Это, в принципе, нам и надо. Артикул 112,23, цветное белье, порошок для цветного белья я могу взять, если он там был со скидкой, вот, а так, по идее, беру только вот такие вот гельчики для стирочки. Далее, шампунь для глубокого восстановления волос с маслом амлы. Ну, хороший шампунь, мне он очень нравится, артикул 89,68, у него приятный аромат, хорошо пенится, недавно о нем рассказывала, поэтому долго не буду на нем заостряться. Пошла у меня в утиль вот такая вот красавица помада, я ее дотаскала везде с собой, то есть срок, по идее, еще вскрытия не вышел, но она у меня почему-то прогоркло и запахло горьким, а это говорит о том, что там уже скопились неприятные какие-то компоненты, которыми нельзя пользоваться. Поэтому 44,111 артикул.
Вот такой вот очень красивый оттенок. Его сейчас в наличии я не нашла, поэтому... Так, давай-давай, концентрируйся. Вот, да, очень красивый оттенок, поэтому заказала несколько оттенков, похожих на этот оттенок. Но помада действительно, вот в ней очень много ухаживающих масел всего, и ей надо, если вы ее покупаете, то быстрее ее и скрашивать, и ей одной пользоваться. А я, как обычно, у меня много помад, и я то одной, то другой, то третьей под настроение, и вот она у меня испортилась. Открыта она была... Ну, может, менее года, как бы таскалась в косметичке, вся обшаркалась. В общем, все, в утиль такую красоту. Очень жалко, цвет очень красивый. Она не поменяла ни своих качеств, ничего, но поменяла запах. А запах, я считаю, что просто так косметика не меняет. Далее, значит, давайте с вами посмотрим, как он все-таки сворачивается, да, то есть вот мы подождали там сколько, 2-3 минуты, как нас просили, начинаем чистить его, и вот он, видите, в такие катышки сворачивается, превращается в такую как бы водную эмульсию, это я про роллинг гель, да, и таким вот образом он очищает все поры. Да, то есть очень классно, мне прям понравилось вот это вот действие, и кожа после него действительно чистая, мягкая, очень-очень приятная. Сейчас смою быстренько это все дело со своей руки, и потом это все мы дело смываем. И вот вы знаете, ощущение чистоты на коже, на лице, то, что лицо готово к приему любой маски, да, глубоко очищенной. Я обычно после такого вот роллинг-геля делаю еще масочку какую-нибудь классную сверху, да, и вообще эффект просто суперский, когда вы чистите поры и забиваете их потом полезными ингредиентами, я думаю, это просто класс. Очень хвалю, прям очень хвалю это средство. Далее, закончился у нас отличное, кстати, тоже средство, концентрированное средство от накипи для чайников и кофемашин. Тут идет 4 ампулки на 4 раза. Хорошо чистит все. Мы им чистим просто чайник пока что. Способ применения тоже простой, но его нужно почитать. Иначе вы можете сделать что-нибудь не то, у вас что-то не получится. Бывают люди в чате отзывов жалуются, вот, но я никаких проблем не вижу с этим средством, отлично работает. 4 ампулы по 100 миллилитров, артикул 112-59, поэтому способ применения читайте на упаковке обязательно. Далее, закончился очередной крем, восстанавливающий с аллергией, домашняя аптечка от Эксперт Фарма. Он идет как для регенерации кожи, обладает выраженным успокаивающим эффектом, уменьшает раздражение. Для чего оно нам вообще нужно? Ну, вот как мазать спину, коленки, если болит, да. Также дочка сильно стукнулась, да, то есть выдавил прям на ватку, ватку прям прицепил к очагу удара, и синяка может не вскочить, если вы сделаете это вовремя, да, там, а не через 10-20 минут. Тоже здорово. Лечит уже вышедший синяки, боль какую-то мышечную и так далее, и так далее. Средство, конечно, отличное, но должно быть, мне кажется, у каждой мамы в аптечке. 75 миллилитров, артикул 1676. Хвалю, очень ценю это средство, оно у меня всегда в наличии дома есть. Даже иногда может 3 тюбика стоять с запасом. Мы его берем всегда с собой в дорогу, особенно после тяжелого дня или перед тяжелым днем, там перед шпильками, да, особенно весь день, когда на шпильках приходится проводить, я наношу это средство, и оно спасает мои ноги от боли. Но там еще есть одно про ножки, тоже очень мне нравится, охлаждающий бальзам для ног, тоже очень классный, да, но могу и этим, да, то есть, в общем... Отличное средство. У моей старшей дочери закончился... Нет, это у бабушки. У бабушки, дочь еще не допила, закончился ньютоник. Она его пьет, говорит, голова лучше соображает и так далее. Артикул 153-78. Значит, как вы видите, тут огромный список
витаминов это Е, В1, В2, В6, В12, А, витамин С, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, янтарная кислота. В общем, все, что нужно для нормального функционирования мозга. Вот такие вот ампулки Ньютоник. Их можно назначить даже подросткам, которые сдают вот сейчас экзамены, там еще что-то, чтобы ну, у них чтобы лучше голова соображала, чтобы им проще было запоминать материал для сдачи всего. Да, то есть они еще идут как успокоительные немножко, да, то есть они немножко и уравновешивают нервную систему, и дают ей реальные шансы увеличить, да, объем памяти и так далее, то есть хорошая штучка. Так, ага, это значит упаковочка из-под роллинг геля, ну я про него все рассказала, да, то есть вот идет аннотация на него, вот идет очень классная аннотация. Замена процедуры механической чистки кожи лица. То есть, да, ну, мы с вами уже это все посмотрели, поэтому не буду на этой коробочке заострять особое внимание. Значит, далее, это у меня мама использовала омолаживающую программу. Сначала вторую 6 дней проделала, потом третью 6 дней проделала. Сказала, очень классная, закажи мне еще. Вот, значит... Шаг второй, это идет 1066, увлажнение и ревитализация, вот, не возвращают молодость, и тут у них очень хороший состав. Ампулки действительно сильные, хорошие, обратите на них внимание, если вы думаете, чем подтянуть ваше лицо. Вот, далее, значит, второй вид ампул, это антивозрастные ампулы, которые возвращают тоже молодость. Тут идет кардинальное решение против морщин, ампулы предназначены для активного лифтинга и ремоделирования овала лица и так далее, и так далее. Тут есть и микроколлаген, и трипептид, и кислородный комплекс наш запатентованный Avaftem O2, да, и вот способ применения, все указано. Ампулы действительно работают, но при нашем огромном выборе ассортимента они не особо-то приметно выглядят, но вещь, кто знает, просто суперская. Артикул 1052. Вот, я знакома с косметологом, с профессиональным, с Украины. Она на этих ампулах прям даже работает, и у людей отличнейшие результаты. Далее, гель для душа, двойное дыхание, кедровые орехи и ежевика, такой грубоватый, больше, я бы так сказала, мужской аромат, поэтому им пользуюсь не я, кто-то в моей семье, может быть, даже муж израсходовал 250 мл, артикул 8758, я вот только увидела пустую баночку в коробочке. Так, еще один порошочек закончился, да, я уже не буду про него рассказывать. Дальше, так, варежку для пилинга я вам обещала рассказать, очень хорошо, что положила, она действительно классная, действительно можно мыться без мыла ею, я, конечно, очень удивилась, мягко и эффективно отшелушивает ороговевшие клетки, улучшает кровообращение, выравнивает микрорельеф и тон кожи, стимулирует процессы регенерации, оказывает антицеллюлитные действия, но это я, конечно, ничего не знаю, это просто написано. Вот, значит, вот это вот сама упаковка из-под варежки для пилинга с артикулом 113.90, это новинка. И нужно просто намочить варежку теплой водой, распарить кожу и с помощью варежки интенсивно протереть влажное тело круговыми движениями, а ноги и руки движениями снизу, сверху вниз. Ополоснуть кожу, и для усиления эффекта во время процедуры можно использовать косметические средства, например, скраб. Но она сама по себе без всяких средств работает хорошо, как заявлено производителем. Поэтому, пожалуйста, можно со скрабом, можно без скраба, подходит для всех типов кожи, гипоаллергенная. Мне эта варежка понравилась. Вот прям поставлю ей пятерочку, потому что такое отличное средство. Вот обещала вам рассказать и забыла. Далее закончилась упаковочка гипалайт желе. Ничего про нее сказать не могу. Могу сказать только, что оно невкусное. Хотелось бы, чтобы оно было в ампулах, капсулах. Тут идет 20 стиков по 5 мл. Стики похожи, да, ну вот на такие узенькие, да, вы их срезаете там, выпиваете. Оно идет как травяное какое-то негустое желе, которое нужно пить. Что я вам вообще могу сказать по поводу вот здоровья, если оно есть, оно есть. И мы не знаем,
То есть мы начинаем лечиться, когда уже организм дает конкретные сбои, и нам это заметно, да, там, вот как у меня недавно было, да, был хондроз, и я начала мучиться от хондроза, там не смогла дышать, начала отниматься рука, подниматься давление, и я пошла лечить данный хондроз. Вот, не зная, что это действительно очень такая серьезная болезнь оказывается, да, которая может принести очень неположительные плоды в итоге, если на него не обращать внимания. То же самое и наши почки, наша печень. То есть, когда она уже дает сбои, мы начинаем ее лечить. Вот. А это идет как профилактика. И наша печень скажет нам спасибо потом, и может быть она намного позже, да, там намного позже выйдет из строя, если мы будем ее поддерживать время от времени, да, то есть это очень хорошая поддержка идет именно для печени, простите, да. Далее закончился гель для душа «Тонус и энергия» от ботаника «Клюква имбирь». Такой яркий, такой бьющий в нос, яркий такой аромат. Очень приятные гели для душа, кожу не сушат. Вот такой они идут консистенции, как вы видите. Им в большей степени мылась моя дочка. Тут моих пустых баночек лично очень мало. Значит, 250 мл, артикул 8756, хорошо пенится. Не сушат кожу, деликатно очищают, смягчают ее даже. Поэтому да, прям 5 с плюсом за такую бюджетную, действительно качественную уходовую линию. Так, закончились прокладочки дневные с анионовым чипом. Прям 10 с плюсом, если оценивать по 5-бальной шкале. Прям им поставлю. И честное слово, прям кто их пробовал, все говорят, что да, они классные. У Катюшки закончился бальзам. Увлажнение, питание, защита для любого типа кожи. Ну, обычный такой базовый легкий бальзамчик, я бы так сказала, очень бюджетный, ну, выполняет свои функции, но в очень облегченной форме. Вот, если вам хочется очень сильное эффективное питание, то этот бальзам, он идет более для натуральных волос, и если у вас волосы сильно повреждены, пережжены, вы, может быть, даже не увидите никакого эффекта, кроме того, что с него волосы хорошо расчесываются, блестят и становятся мягкими, да. Вот, артикул 08 69. Так, что у нас тут еще есть? Так, коралловый кальций, пакетики. Пьем его, пользуемся им на постоянной основе, поэтому долго про него могу не рассказывать. Он делает очень много всего. Самое главное, что он нормализует сахар в крови, дезодорирует воду и отлично дает нам возможность дольше оставаться здоровыми. Артикул 153.92. Вкратце говоря, это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды, в состав которой входит коралловый песок и посеребряный песок. И их нужно просто открывать, класть пакетик. Да, тут есть 12 саше пакетиков. Вот ко мне привозят примерно раз в 3 дня воду в 20-литровых бутылях. И вот один такой пакетик на 20 литров я просто выкидываю, да, вот эти вот все 12 саше пакетиков, и мы пьем улучшенную по качествам воду, грубо говоря. А вода — это наше с вами все. От воды, какого качества воду мы пьем, очень многое зависит. Поэтому вот этот коралловый кальций, я его даже не всегда включаю в пустые баночки, потому что все пустые баночки будут только про коралловый кальций тогда, потому что очень часто им и очень много пользуемся. Далее ночные прокладки. Угу. Они идут более длинные, более суперские, тоже прям 5 с плюсом. Пробуйте, отличная впитываемость. Так. Артикул 112.95. Если дневных 10 прокладок, то ночных всего лишь 7. Поэтому, да, имейте это в виду. Концентрат против выпадения волос. У меня пропользовалась им Катюшка и сказала: чудо штука, мне понравилось, закажи еще. У меня есть упаковочка, я ей отдала. То есть им можно пользоваться несколькими вещами. Если волосы уже начали выпадать, то каждый день по одной капсуле в день мы с вами их втираем. Они не утяжеляют ни волосы, ни портят ни прическу, ничего, да, то есть можно прям втереть, расчесаться, и все будет окей.
не делают волосы жирными, там какими-то, да, с жирным блеском. Вообще, как бы, обычная такая водичка, которая греет голову. Значит, интенсивный уход – это по одной капсуле ежедневно, то есть быстренько прошли курс. Или поддерживающий уход – это помыли голову, втерли. Да, то есть помыли голову, втерли. Ну, забыли, забыли, не забыли, вотрете в следующий раз. Да, то есть вот так вот в течение 3-4 месяцев можно за волосами ухаживать, потом сделать перерыв, потом снова купить, потому что давно не пользовались. Удовольствие, в принципе, не особо дешевое, но действительно эффективное. Артикул 8350, тут идет 6 штук по 5 мл. То есть это получается на один интенсивный курс или, ну, вот на месяц вам их хватит, да, там на 2, если вы там раз в неделю будете его там втирать, получается. Очень хорошая штучка, действительно работает. А третий бальзам, ну, сразу видно, мамуля была в гостях, она очень любит бальзамчики вот эти вот от Faberlic пить. Это бальзам идет силы иммунитета, поднимает иммунитет, человек просто перестает болеть. Детям его точно нельзя, я знаю про это. Значит, яблочный сок входит в состав, суданская роза, шиповник, череда, корица. Это ее, наверное, любимый бальзам. Вот забыла у нее спросить, знаете почему? Потому что она обожает каркаде. Артикул 153-389. Можно принимать чайной ложечкой так или добавлять в чай, в сок. В общем, как хочется, так и принимаете. Ну что ж, наверное, все. Мои пустые баночки закончились. Целая коробка огромная была. Ура, ура! Ну что ж, я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До встречи с вами. Это были пустые баночки мая, получается. Всех целую. Ставьте лайки и, конечно, расскажите мне свое мнение. Интересно ли вам видео про пустые баночки? Вот, потому что просмотров не особо много, и мне кажется, что не особо-то оно и стало актуальным. Или, может быть, я как-то не совсем понятно рассказываю, и вы не можете определиться после моего обзора с выбором продукции для себя. Давайте с вами пообщаемся на эту тему, пообсуждаем меня, и я подумаю, продолжать мне данную рубрику или не продолжать для вас, мои дорогие, потому что, в принципе, рубрику «Пустые баночки» попросили вы же у меня. Ну все, пока-пока!